Петиция с требованием отставки Ирлана Тургубаева с должности министра внутренних дел Казахстана опубликована 12 февраля. Она собрала около 3000 подписей. Сообщение о стрельбе по гражданам, которые вечером 6 января держали плакат «Народ не террористы», должны быть тщательно расследованы. Стрелявшие по мирным людям должны быть привлечены к уголовной ответственности. Необходимо установить, при каких обстоятельствах и от чьих рук погибли убитые 7-8 января. Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы считает требование об отставке Тургумбаева обоснованным. Пытки и давление на задержанных во время и после январских событий не только вызвали гнев общественности, но и увеличили недоверие к органам внутренних дел, считает депутат. Парламентте жұмыс қызметі алған. Ең бастысы, бүгінгі күні халық пен полицияның арасында сенімдікті қалыптастыру керек. Елдің алдында өзінің моральдық жағынан тазалығы және жауапкершілігі алып, азаматтық қоғамдық жалпы бақылауында ең басты құндылықты да осы жұмысында көрсете білу керек, сол бағытты ұстай білу керек. По данным прокуратуры, поступило свыше 300 жалоб на пытки от задержанных в январе. По 170 заявлениям возбуждены уголовные дела. Но сколько полицейских задержано по подозрению в применении пыток, неизвестно. Ответственность должна же быть. Әргім кеттеген кетіре берсек не болады? Жұмыс істеп отырған адам жұмысын істей беру керек. Жұмысында ақау бар, болды. Сол үшін кетіру керек. Орны жас мамандар келу керек қой. Өзін орнын саяси білетін. Менять надо все полностью. По-другому никак. По-другому ничего не изменится. На фоне многочисленных жалоб на прессинг и избиения под стражей в социальных сетях запустили челлендж. Казахстанцы требуют прекратить пытки и привлечь виновных к ответственности. Среди примкнувших к челленджу есть известные активисты и простые граждане. Ирлан Тургумбаев был назначен министром внутренних дел 3 года назад. До этого он 7 лет был вице-министром. Начинал работать еще в советской милиции. Центральный аппарат МВД пришел больше 20 лет назад.